все норм. Я думаю, блин, облажался. Но он сказал, что все круто прошло. Возвращаюсь, а мне еще сверху 200 баксов накинули. Ну что это было? Странные они. Чую, это подстава. Thank you.
Полиция ищет еще одну пропавшую девушку. 18-летняя Делия Паркс, приехавшая из Канзаса, пропала в Чикаго 2 недели тому назад. В этом году в городе пропало уже 14 девушек.
щитами творится что-то непонятное. Свет и отопление просто взбесились. Говёный новый мир. Извините. Боишься опоздать, урод? Жалобу по почте. А я ему, знаешь, мне нужны факты. На встрече ты меня просто душой психованной назовешь, и тебе все с рук сойдет. Thank you.
шанса. Роуз дали новое дело. Им нужна штука, чтобы предсказывать поведение. Ха, не согласится. Тогда могут заставить Тобиаса. Он только рад будет. Он же, скажем так, особенный. Придется вместе с системой похоронить и бедного задрота. Полиция Чикаго приняла постановление об аресте Пирса. Однако жители продолжают поощрять его действия. С такой народной поддержкой его будет очень трудно найти. Лишь бы не опоздать. Нужно найти этого урода. Это здесь. Если он и станет действовать, то тут. О, черт! Да пошел ты, урод! Нет! Вокруг столько подонков. У честных людей больше нет ни шанса. Придется что-то с этим делать. Передайте моей жене, что я трахал ее сестру!
Фу, да я чуть не помер. О, боже ты мой! Так оглохнуть недолго! Найти говнюка! Тут никого, пойду дальше! К черту, у меня дел полно! Не упустите его! Найди говнюка! Здесь голяк, там гляну. Черт, у него пушка! Не спать! Thank you.
Найдите этого гада! Что это было? Эй! Черт, он мертв! Найди его! Он где-то здесь! Утром был обнаружен труп. По одной из версий, это дело рук мафии. По данным полиции, жертва причастна к недавнему ограблению. Считается, что он связан с преступной группой Chicago South Club.
Наконец-то начали ловить эти камеры. Клуб самого Лаки Куина, ну, конечно. Стоит кому-то начать бизнес, он тут как тут. Интересно, будет встреча.
Это я слышал этот звук. Твою-то мать! Что такое? Хватит! Хватит! Совсем бесилась! А, к черту! Все, померла так померла! Никого тут нет. Пойду дальше. Коллеги рассказывали, Рэя выводила охрана, будто какого-то преступника. Даже вещи не дали собрать. Блин, забываю эту мерзкую скульптуру выкинуть. Он орал и отбивался всю дорогу. В общем, помог Блюм себя оправдать. Цитата. «Приносим извинения за ситуацию, возникшую в день увольнения Рэймонда Кинни. Напоминаем, вашу страховку включены консультации у психиатра. Желаем мистеру Кинни скорейшего выздоровления. И не забывайте, в нашей компании конфиденциальность превыше всего. А теперь перевожу». Кинни рехнулся, а тому, кто решит провернуть такой же трюк, надаем по щам больно.